Ребята, всем привет. Всем привет. У нас сегодня праздничное вот такое вот настроение. Марина, расскажи, почему. Мы сегодня едем отмечать много праздников. Сразу 4, представляете? У нас в коллективе достаточно много людей уже, да? И вот 4 из них, у них в этом месяце... Дни рождения. Дни рождения. А у кого-то даже свадьба была. Ну да. Так что мы все соединили в одно и решили в этот раз не в офисе, а в кафе. Да, мы в ресторане, который мы вам посоветуем. Почему? Потому что это не реклама, нам никаких скидок там не делали. Просто это ресторан, в котором мы уже не первый раз отмечаем какие-то события. Очень классная кухня, ну там есть живая музыка. И там мало, так сказать, места для туристов. Да, это больше для местного населения, потому что он находится в центре Адлера. Оставайтесь с нами. Так, смотрите, мы приехали на улицу Ульянова. Нашли здесь местечко. Вот единственное, наверное... проблема здесь это с парковками, потому что это центр, ребят. Вот в этом доме мы давно делали вторичку полностью, ремонт черновой, чистовой. На нашем канале вы также можете увидеть. Ну а это место многим знакомо, именно потому что здесь рядом кинотеатр. И вот такой вот скверик есть, и можно погулять. Смотрите, 130 рублей у нас мандарины продаются. И мы идем в кафе-ресторан, который расположен прямо вот по курсу. Вот, очень, кстати, хорошее место для прогулок. Например, кто-то выпил, захотел где-то прогуляться, здесь тоже это место есть. Это место в окружении, получается, вот рядом школа, в окружении местной застройки, я имею в виду, вот, для жизни, да, это не около моря там, то есть, да. И вот это вот кафе, которое называется Ватен. Выглядит вот таким вот образом. Есть уличные, есть внутренние. А вот первая у нас тут Настя. Снимаем. Привет. Тебя можно поздравить с днем рождения, да? Да. С днем рождения. Спасибо. Все, большое, поздравляю. Спасибо. Так, а мы куда идем? Показывай. Ты уже пошли, посмотрела? Да. Пойдем, покажешь нам? Пойдем. Пойдемте, покажем вам интересное. Классное место. А, вот наш праздничек. Михаил. Привет. У тебя же тоже сегодня день рождения. Мы тебя сердечно поздравляем. Но это тост отдельный, но это тоже вот виновник торжества. Сейчас вам покажу, как выглядит здесь вот зал. И есть еще, смотрите, там барная. И вон еще сколько много здесь классных столов. В общем, здесь живая музыка вечером. Очень классное место. Так что немножко рекламы мы... сделаем этому заведению. Здесь очень вкусная кухня. То есть советуем вам, ребят, если не торжество, то приехать. Я говорю, если не торжество, то приехать просто здесь поужинать. Вот так вот. Ну, ждем. Ну, я говорю, если вдруг у вас нет торжества, я имел в виду. Сейчас приедут у нас основные наши гости. Ну, только личный наш состав. И у нас тоже интересная новость для многих. У нас появился новый человек в команде, которого мы долго ждали. И он теперь с нами. Мы вас обязательно с ним познакомим. Поэтому оставайтесь. Миша у нас тоже полублогер. Тоже снимает для вас обзоры, когда он занимается доставкой. Закупкой материалов чистовых. Так что вы увидите его за кадром иногда. Он у нас большой молодец. Так, смотрите, кто к нам пришел. У Алексея, у нашего прораба Герасимова, тоже день рождения. Елена. И у нас еще одна виновница торжества с супругом пришла. Виктория, наш дизайнер, кто знает. Вот. Вик скоро покажет наброски нашей квартиры. Вот, сядем мы, снимем видео отдельно. Вот, а супругу мы не видели. Как зовут? А? Как зовут? Дмитрий. А, Дмитрий, очень приятно, Елисей. Так, все, вот наш кафе. Как вам? Нормально? Так, ну и к нам присоединился новый прораб, мы сегодня об этом поговорим. И его супруга, как вас зовут еще раз? Юлия, очень приятно. Присаживайтесь туда, сюда, куда вам угодно. Мы ждем теперь еще Александра, да, и Андрея. А вот наш Андрей, наш прораб. Давай ко мне поближе, вот сюда у тебя есть место как раз. Пробки, Андрей, или работа? Таксист. А вот и Саша с Леной приехали.
Подъема ты его не разглядеть, где вот толпа такая. Давай, вставай. А ты просто подарок вставай? Я. Прям сегодня. Прям сегодня. С праздником, главное не перепутать. Саша, купи его, пожалуйста. Витя мороженое. Спасибо. С днем рождения. Вот, наконец-то наша банда в сборе. Вся полностью. Самый скромный парень. Вкусные? Очень пахнут вообще. Они очень вкусные. Девушка, несешь? Не, попозже, сейчас я сниму. Так, ребят, от лица, так сказать, руководителя компании, я пока здесь один руководитель, второй у нас пока в отпуске по своим делам. Вот, хочу всех поблагодарить, что мы собираемся в такой классной, веселой компании в Станусе, что мы где-то там не по отдельности все-таки забыли про эти все праздники. Дни рождения, у кого-то даже другое торжество очень классное. Вот. И, ребят, я очень горжусь нашей командой. Я очень рад, что наша команда расширяется. Я желаю вам творческих, хороших успехов. Творчество тебе, потому что ты у нас все красиво-красиво все делаешь, да, и правильно. Успехов вам, ребята. В нашей работе нелегкой. Вот Настя семейного теперь уже счастья. Вот, поэтому надеюсь, что все будет хорошо. И мы тогда будем еще больше команды собираться. Вот, всех хочу поздравить с общим праздником. Я всеми горжусь. Спасибо, что собрались. Здорово, ура! В прошлой неделе. Так, ребят, я еще один тост скажу. Я каждую из вас лично уже больше поздравляю. Потому что... Да, много, большая аудитория. Все вас поздравят еще отдельно. Я пользуюсь случаем, что первое мероприятие, которое здесь будет, ну, наши участники, да, нашей компании, хочу представить, нашего прораба Алексея, который будет работать на спальне вместе с Лешей. Пока, а там уже будет видно. Вот, поэтому добро пожаловать в нашу компанию. А, знакомство, как вы видите, сопряжено с знаковым событием, да, у всех дней рождения, это здорово. Вот, поэтому вливайтесь, успехов. Вот, я надеюсь, мы сработаемся, и будет все отлично. Поэтому спасибо, что развиваете там. Вот смотрите, у нас 4 именинника. Это презент от ресторана. Презент от ресторана. Спасибо, очень приятно. Вот он вам десерт, да. Да. Что, я не дорогие именинники, хочу поздравить Мишу с днем рождения. Здоровья, благополучия, счастливого ремонта тебе. У Миши появилась квартира еще одна, правда, в Краснодаре. Со всеми твоими праздниками, довольно-таки важными в жизни, да, пусть тоже у тебя все складывается очень хорошо. Вика, с тобой мне тоже интересно поработать и общаться. Да, ну и тебе, мой дорогой, с днем рождения. Спасибо. Как всегда, словами Пушкина. Чем дольше я с тобой живу, тем больше я тебя люблю. Освобождение. Спасибо. Настя. Девочки, с днем рождения. Спасибо. Поздравляю создание новой семьи. Побольше детишек вы завелись. Общем, всем счастья, спасибо, здоровья и процветания. Спасибо. Ура, ура, ура. Мальчики, с днем рождения. Спасибо вам. Так, прорабы вышли пообщаться вместе.
Так, ребят, вот таким вот образом мы отмечаем наши какие-то события. Впереди у нас новогодний корпоратив. Обязательно мы его отметим вот так вот. Поэтому прожмите лайк, пожалуйста, нашей компании. Очень будет приятно услышать ваше мнение и так далее. Ну и встречайте нашего нового прораба Алексея, который будет снимать для вас видео. Он уже это делает. Вот такой вот профессиональный человек, с которым будет приятно сотрудничать. Вот и все. Всем пока!